Все мы привыкли, что у кукурузы едят вершки, у редиса корешки, а у подсолнечника – семечки. А ведь все эти культуры необычайно полезны и вкусны еще и в виде ростков. Это проект «Еда для меня», в котором мы выясняем правду о популярных продуктах, и сегодня поговорим о микрозелени. Что такое микрозелень и чем она отличается от проростков? Правда ли, что побеги полезнее взрослых растений? Как вырастить мини-культуру у себя дома? Разбираемся в выпуске. Считается, что термин «микрозелень», по-другому «микрогрин», появился в начале 80-х годов 20 века в Сан-Франциско. Повара местной высокой кухни начали проращивать всем привычный горох, свеклу, базилик и другую зелень до небольших размеров. Микрогрином не только украшали блюда, но иногда даже заменяли привычные ингредиенты. Кулинары настолько очаровались бэби-культурой, что уже к 2000-м годам ее выращивала не только Америка, но и Европа. Видов на самом деле очень много, и все они полезны. Они все содержат большое количество витамина С, витамина К, витамина Е, витамин А. То есть это как раз набор таких антиоксидантов. Я думаю, что все слышали такое название, насколько это важно и нужно нашему организму. И, возможно, можно назвать лишь брокколи, которая действительно бьет все рекорды по содержанию хлорофилла, фолиевой кислоты, некоторых органических веществ. Эксперты в области питания уверяют, микрозелень не просто модный тренд, это действительно отличный способ обеспечить организм полезными веществами и разнообразить меню. Например, руккола. Богата эфирными маслами, повышает уровень гемоглобина и служит отличным средством профилактики онкологии. Прекрасно дополнит овощные салаты и мясные блюда. Редис содержит эфирные масла и минералы, необходимые для нормальной работы ЖКТ. Микрозелень редиса имеет острый привкус и легкий горчичный аромат. Идеально подходит для приготовления салатов и закусок. Кресс-салат является источником йода и помогает в правильной работе щитовидной железе. Хрустящие ростки обладают острым и пряным вкусом. Их добавляют к овощным миксам, бутербродам, сэндвичам и закускам. Ростки гороха благотворно влияют на кровеносную систему, нормализуют давление и укрепляют сосуды. К тому же усваиваются они быстрее и лучше, чем привычные плоды. Можно использовать для супов, гарниров, мясных и рыбных блюд. К слову, употреблять микрозелень нужно только в свежем виде. И специалисты советуют начинать с 3-4 ростков в день. Большое количество зелени за раз не рекомендуется к использованию, да, к применению, поскольку все-таки может вызвать расстройство желудка, да, это как бы, а если мы подбираем небольшое количество в маленьких пропорциях, то, в принципе, наоборот, с пользой для организма. Арина Леонтьева по образованию искусствовед. Идею открыть собственную ферму микрозелени вынашивала давно. И вот уже 4-й год девушка выращивает более 15 видов культур. Побеги с грядки уже вошли в привычный рацион и стали неотъемлемой частью домашних блюд. Его можно уже в таком виде употреблять в пищу. Как я говорила ранее, можно им и оформлять, и также можно полностью срезать и использовать для салата, то есть конкретно как вот для объема. Очень выраженный вкус редиса имеет. И, кстати, на окрошку, когда нет редиса, можно использовать такой. Сегодня на завтрак Арина готовит тосты. Намазывает на хлеб творожный сыр, добавляет авокадо и томаты черри, бальзамический уксус и украшает микрозеленью. Так, в зависимости от настроения и кулинарных предпочтений, тостам можно придать самые разнообразные вкусы. Я хочу сделать акцент на редисе, потому что он очень яркий, такой терпкий вкус, очень выраженный корнеплода. Если вы хотите добавить остринку, то, конечно, я же вам рекомендую редис, и либо горчицу. Если вы хотите разнообразить и сделать более сладковатый вкус, то я бы, конечно, посоветовала вам подсолнечник. Кстати, микрозелень можно выращивать и у себя дома. Больших площадей, как, например, для рассады, не потребуется. Все, что нужно, это немного места на подоконнике, семена, емкости с подходящим субстратом или обычная бумажная салфетка, вода и умеренный солнечный свет.
Берем, рассыпаем по поверхности, увлажняем, поскольку влага – это обязательное требование, но при этом тоже нужно не по какому-то четкому расписанию, а просто смотрим по состоянию салфетки, если мы вот, с бумажным полотенцем, чтобы она была постоянно влажной. Уже через 7-10 дней побеги достигнут высоты 8-10 сантиметров. Самое время для сбора урожая. Проростки, когда еще только-только появились корешки, скажем так, они недостаточно, не успевают взять всю пользу. А уже взрослое растение теряет в ходе роста ряд своих ценных качеств. Поэтому стадия микрозелени, когда появились первые листочки, самая полезная стадия. По разным исследованиям в 5-10 раз превышает количество важных микроэлементов, питательных веществ именно в микрозелени по сравнению со взрослым растением. Из всех видов микрозелени можно выделить, пожалуй, только один, который не употребляют в пищу в привычном виде. Это побеги пшеницы. Из них отжимают сок, который известен под названием витграсс. Здесь 30 мл. Это ежедневная доза для употребления человека. Здесь находится 16 витаминов, 400 ферментов, 17 аминокислот и 95 макро- и микроэлементов из всей таблицы Менделеева, существующей в природе. Чтобы вы понимали, вот здесь 30 мл – это равноценно, если бы вы в день съедали примерно 1,5 кг овощей или фруктов. Выращивать микрогрин можно практически из любых семян, будь то овощные или злаковые. Однако важно знать, не все культуры принесут одинаковую пользу. Вредно употреблять в пищу проростки фасоли, тыквы и посленовых культур, томата, баклажана и болгарского перца. Их зелень может содержать токсические вещества, которые способны вызвать пищевое отравление. Это была «Еда для меня». Будьте здоровы и приятного вам аппетита!